Привет. Привет. Не надо снимать, как я кушаю. Че, мы где-то подъезжали? Ижевск. Проехали, едем потихонечку. Снегопад, фуры везде стоят, беда. Вот. Так что это. Самое... Ах, как я хрустю на заднем фоне. Все самое интересное будем снимать. Вот такая хурма в целом на дорогах Подмуртии и Урале. Опять жует. Ну, просто еще чаю. Ае, если что-то видать, где-то Альметьевск. Ветрище жесткий. В челнах жестко. Такая вот метельная метель. Остановились за Жигулевском на Лукойловской заправке, заправились, что-то думаем, поспим полчасика, ну я подумал, посплю полчасика, часик максимум, как порядочный, думаю, заведем будильник, было что-то часа три, в итоге без 27 мы проснулись. Скотский ветер, жесткий, прям холодный. Короче, едем дальше. Документы.
не угоришь. Подъезжаем к Джубге, короче, уже тепло. Два дня тусовались в Ростове. Прям тепло. Зеленая трава. Ништяк. Прям хорошо, как в весну приехали. Сочи, искали в Адлере квартиру в поляне в Сочи, короче, ничего не могли найти. Вот сегодня нашли студию, такая хорошая, рядом с Олимпийским парком, так что сейчас придется ездить отсюда в поляну. Вот, ну ничего, посмотрим, как оно, удобно, неудобно, сколько, ну, по времени, примерно час туда. Может, чуть меньше, тоже зависит от пробок. Вот. Ну, так, чтобы более-менее, ну, сейчас хотя бы в квартире, так что все нормально. Завтра поеду на Розу. Разведаю, что, как, куда. Ну, и, соответственно, дальше будем думать.